храм 15-й исправительной колонии выстроилась огромная очередь из посетителей. Ведь сегодня можно приложиться к иконе умиления Локотской Мироточивой. Для колонии событие уникальное. Последний раз такая сильная святыня была здесь 5 лет назад. Приложиться к чудотворной иконе, особенно в местах лишения свободы, это очень важно для любого человека. Потому что здесь, ну скажем так, душе легче станет. Чистый, светлый день особенно, конечно. Учитывая все-таки, что женщина у нас здесь содержится особенной, каждая со своей судьбой, каждая со своей бедой, поэтому на сегодняшний день для нас приобщение к вере играет большую роль. Многим женщинам это помогает очиститься. Сегодня этот образ почитается как нерукотворный. По разным городам и странам он проехал десятки тысяч километров, и уже во второй раз икону привезли в Самару. По словам помощника епископа, в каждом городе зафиксированы чудеса исцелений, причем подтвержденные медицинскими документами. Сейчас эта икона получила не только всероссийскую, но и всемирную известность. Когда-то это был просроченный календарь, купленный в магазине, который у женщины в доме замироточил и заблагоухал. Икона мироточит уже почти 20 лет. Мира от иконы исцеляет множество болезней, с которыми не может справиться современная медицина. 15-я исправительная колония – один из последних этапов пребывания иконы в Самаре. В четверг с ней совершат заключительный крестный ход в храме Казанской иконы Божьей Матери, а после она отправится в Тольятти. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.